Находка археологов в Хакасии вошла в топ-10 интереснейших тайн Сибири. Речь идет о так называемой окуневской аристократке. Эксперты считают, что окуневская культура была сибирской этнической группой, наиболее тесно связанной с коренными американцами. В Хакасии ученые обнаружили останки дворянки древней культуры. Захоронение датируется приблизительно 25-18 веками до н.э. В гробницу был помещен огромный клад. 100 украшений из костей, инструменты, сосуды, футляры с иглами, бронзовый нож и более 1500 бусинок, украшающих одежду. Закрыта гробница была каменной плитой с изображением быка. Помимо окуневской аристократки, в топ-10 самых интересных находок Сибири вошли также останки двух пещерных львят, найденных в 2015 году в вечной мерзлоте. Их возраст примерно 57 тысяч лет. И самая древняя трепанация черепа. Вблизи Нефтепровода-2 были обнаружены останки человека с явными следами операции на мозг. Возраст находки примерно 3000 лет.